Продолжаем наше с вами безобразие, ребят. Идемте найдем выход отсюда. И попробуем таки закончить эту игру. Правда, хочется ее уже закончить. Так, сейчас, секунду. Все, побежали. Я так понимаю, нас впереди сейчас еще будут челики ждать. Так, сейчас, секунду, нужно кое-что проверить. Да. Запись включена. Здорово. Так, мы сможем пробежать это все по-быстрому, как думаете? Здорово. Как ты? Ага. Нам наверх, я надеюсь. Ну, надеюсь, нам сюда. Все, парниш, отстань. Отстань. А, я еще и хп себе, да, тут немножечко снял. Ага, тут и снайперы. А мне 38 хп. Скорый поезд к дому мчится. Прилечу домой, как птица. Ага, значит, нам не сюда. Ну да, спасибо, что потратили наше время. Ну давай снайперку тогда, а что еще делать? Где эти снайперы? Ага, где-то вот тут. Попал? Или пальцем в жопу я попал? Ладно, возвращаемся. Давай уничтожать. Хорошо. Честно, без понятия, куда тут. Ёб твою. Что так больно, а, падла? Как же вы так больно стреляете? Где ты? Погоди, где ты? Он то где-то тут был. Ага, вот эти. А, не попал. Ёб твою. Собачки, пожалуйста, фу. Нельзя трогать собачек. Вы чё, разработчики? Нельзя столько собачек пугать. Ой, изъеды вон у Лизы, разумеешь? Сука. Да какой контакт? Отстань, пожалуйста. Ну все, закончитесь вы уже. Дайте, пожалуйста, передохнуть хотя бы немножко. Почему в нормальных играх стрельба, отдыхаем, стрельба, отдыхаем, а здесь постоянно стрельба. Да стухни ты нахуй. Так, может туда им вот эту штуку достать? Как думаете? Ну не знаю, надо же использовать, правильно? Не зря же нам ее дали. А, все, закончилось. Давай тогда с этой штуки работать. Так, отстань, пожалуйста, отстань, дядя. Ага, ты меня обходишь, да? А где ты? Где ты, дебил? А, вот эти. Ну все, откисай.
Так, районы, кварталы, жилые массивы. Не-не-не, я выхожу красиво, ребята, отсюда все. Да как они попадают, скажите, пожалуйста. Как вы попадаете? А? Падла, как ты попадаешь? Да я тоже. Я тоже, братюнь, перезаряжаю. Угу. А тут аптечек нигде нету. Божечка, не повсюду. Не просто повсюду. Я еще не вижу прицела, куда я попадаю. Боже, какая помойка, кто в меня стреляет? Ну вот, смотри, я даже не могу следить за их передвижением. Ага, у меня здесь хп. Ну все, сейчас будем заново это проходить. Я так понимаю, сейчас будем это все заново проходить с вами. Что это за безобразие? Вот что это за безобразие? 5 хп. У нас 18 хп с вами. Сядь, пожалуйста. Почему, когда ты берешь в руки оружие, ты дебил встаешь, а? Скажи мне, нахера ты это делаешь, аптечка? Во-во-во-во-во-во-во-ля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 . Так, надеюсь, здесь где-то будет автосохранение. Так херню взорвать нельзя никак. Какая цель, какие координаты? Ты бредишь, что ли? Скажи, пожалуйста, ты бредишь? Еб твою, блядь, собака. Так, надо сохраняться. Не знаю, что из этого получится. 4-8. Папиросим. Хорошо, нарушителя. Не-не-не, все, до побочения. Так, вроде бы мы куда-то с вами набрались. Надо перезарядить полностью все оружие. Бля, ну это животное сквозь меня прошло, понимаешь? Ну реально, это животное сквозь меня прошло, и оно мне снесло полностью хп, все. Да нихуя ты не видишь. На. Придется подождать немножко. Давай, ребят, я здесь. Можно чуточку быстрее. Спасибо. Спасибо, спасибо. Но? Это ж красная бочка, где биг бадабум. Так, и что-то нам дает? Слышь, братиша, что-то нам дало? Так, координаты 4-8, папиросим. Ёбаный. Давай, контакт. Есть контакт. Ёб твою, граната.
Ты можешь не закрывать эту хуйню? Прием, прием. То есть дверь вы открыть не можете, да? Правильно я понимаю? Да не закрывай ты дверь. Давай, ребят. Ой, хорошо. Да погоди ты, я не вижу ничего. Нарушитель. Ага, и он дура с пулеметом. Спасибо, что дверь закрываешь. Честно, я без понятия, что тут комментировать, ребята, ну сами все видите. Сплошное мясо. Угу, нам наверх, походу. На жопе шерсть. Есть? На жопе шерсть. Да все на чиле, все хорошо. Он меня тащит, а я тащусь, понимаешь? Ёбаный. Воробушек, ёбушек, воробушек. Так, лови, парниш. Принем, принем, принем. Надеюсь, хоть кого-то зацепил. Или хуй там. Ага, хуй там, блядь. Готов к бою. Кто буйный? Ты буйный. Контакт. Давай, зачищай. А? Давай, жду. Увидел? Это что такое? Братиш, у тебя все нормально? Все, зачистили. Еще не все, да? Блин, когда же это все уже закончится? Скажите мне, пожалуйста. Понял. Здесь сейчас как обычно начнется, да? Интересная история. Ёб твою. Сори. Сори, песик. Прости, прости, пожалуйста, прости. Сука, бесите меня. Давай, видишь нарушителя, иди. Иди к нарушителю. Никто не помнит, у нас здесь аптечки нигде нету. Потому что 62% конечно это хорошо. Походу нету. Блин, ну если мы посижу ты игры, как росомаха, у нас раны заживляются прям. Прям максимально быстро. Почему нельзя сделать ему выносливость получше? Скажите, пожалуйста. М? Почему нельзя выносливость получше сделать? Давай, братиш, выходи. Сдаюсь. Сдаюсь, давай. Все, попал. Попал.
Не попал. Теперь попал. Хорошо, время сохранится. Блин, я бы с радостью пробегал бы, наверное, по это все. Но вы же сами видите, мне не дают просто пробежать. Так, что это нам дало? Пятого пути отправляется. Ну, наверное, куда-то наверх и перепрыгну через проволоку, правильно я понимаю? Сюдой? Ну, по логике вещей, правильно? Походу, нет. Ну, хотя по логике сюдой запрыгнуть. Хотя какая логика в этой игре? Ладно. Давай смотреть и разбираться, что от нас хотят. Но я здесь никак не пройду. Мне надо сюда куда-то. А куда сюда? Хер его знает, честно, без понятия. Честно, вообще без понятия. Ну, по идее, ну да, наверх куда-то. Нигде зеленые лампочки не светятся. Ничего не показывается. Скорый поезд к дому мчится. Зачем я сюда выходил, скажите, пожалуйста. Так, от третьей платформы по этому пути. Может, мне сюда нужно запрыгнуть? Можно взять какую-то коробочку и туда запрыгнуть. Ничего тут не кликабельное. Алло. Блин, ну если меня сюда не пускает. Почему я здесь не могу пройти, скажите, пожалуйста? Почему мне нужно, к примеру, именно сюда, если мне сюда? Хотя зачем мне сюда? Может, дырка в сетке? Я без понятия, честно, я в душе не ебу, куда мне здесь нужно. А, вот она что, блядь. Ясненько, то есть туда я перепрыгнуть не мог, но мне... Вот на нем я и доеду. Конечная цель. Все-таки сюда надо было. Алло, алло. Гаврюха, я уже возле военного поезда. Сейчас на него запрыгну и приеду в город. Владян, быстрее! Тут полный пиздец творится, где тебя носит? Чай пью, блядь, сижу. Где меня носит? А, надо поторопиться. Похоже, Гаврюхе там не сладко. Дай хуй на него. На этого Гаврюху. Правильно? Широкой на широко. С этим Гаврюхой. Да ты шуля. И на нас сейчас будет тут монстры нападать, я уверен. Или нам нужно передвигаться дальше по вагону. Нужно передвигаться по вагону, да, дальше. Внимание, внимание, на нас напали, да? Я угадал? Внимание, внимание. Это, блядь, сколько вас здесь? Ага. Ты где, дебил? Может, просто в окошко посмотрим? Да поздно уже. Я бы с радостью покинул бы. Лови. На нахуй. Блять, тоже говорю, ребят.
гору. Сука, не упади. Ага. Понял, все заново. Походу все заново. Так. На, лови. Тримай. Да-да-да, давай-давай-давай. Божечки, 17-го раза попал. Это что ж жопа вашему сотруднику? Все, надеюсь, все зачистил. Нет, блять. Серьезно? После такого вы все выжили? Да сама такая. Я просто хочу домой, так же самое, как и вы. Ага, сейчас и слева, и справа попру, да? Насколько я понял. Так, ребят. Лови. Ага. А можно мне бутылочку вот эту вот? Спасибо. Интересно, что они тут все делают, а? Скажите мне, пожалуйста. Что они здесь все делают? Сука! Да нету вашего сотрудника больше, все. Забудьте. Угу. Нужно наверх лезть. Игра сохранена. Игра сохранена, хорошо. Так, ребят. Как оно? Есть кто? Так, я понял, то есть мне нужно залезть сюда и взять аккумулятор, правильно я понимаю? Которого здесь я не вижу. Какого хера так больно, блядь? А, скажите, пожалуйста. Какого хера больно, блять. Так, а? Одну хп, что мне с ним делать? Почему здесь нету аптечек? Да сам ты буйный, блять. С хуин там, блять. Ага, все, одну хп у меня, блять, осталось. Потому что эти гандоны просто хуеры, ты понимаешь, прям как... Ну залазь, давай, давай, блядь. Как же вы меня бесите. Да обстановка заебись. Животное тупорылое. Все? Или не? А, я в окно выкинул коктейль Молотова. Вот это я красавчик.
Угу. А нельзя им сразу давать оружие, чтобы они стреляли и сносили мне по 99 кп? Не? Слышь, дебила, кусок. Давай, заходи, братиш. На. Лови, пидоруночек. Сука. Хорошо. И тут где-то аккумулятор должен быть. Вот и аккумулятор лежит. Отлично. Теперь нужно пройти все назад. Ни хера не вижу. Так, назад, назад, назад. Надеюсь, я с этой помойкой смогу по лестнице забраться. Вроде да. Неплохо. На, получи. А, то есть еще не все, да? Наконец-то. Да я вот с РПГ пытаюсь 17 раз в него попасть, и все никак. Так. Ну, по-любому здесь где-то будет супер-мега-пупер-босс, да? Босс. Молокосос. Так, главное не упасть сейчас. Потому что реально я нахер удалю эту игру. Так, дай угадаю, наверху еще, да, 2000 человек будет. Стоять, нажидать. Ладно, полезли. Странно, никого. Не верю. Так, закрыть. Ну вот туда с автоматчиками будем сейчас. Не? Ага. Ну, ребят, давай. Лови. Лови аптечку. Статус заебись, а. Просто заебись, а пахнет пися, ребята. О, во сколько здесь дебилов. Так, на, лови. Ага, еще не все, да? Все? Закончились? Вопросов больше нету. Ни у кого. Ебаный. Главное, чтобы сейчас сверху на нас никто не падал. С этими дебилами то мы разберемся. Давай, лови.
Ой, ёб твою, блядь. Чуть не откисли. Хорошо, аптечка, аптечка, аптечка. Давай, дебилы, по одному. Ну? Они меня рашить будут, не будут? Или не будут меня рашить? Лови. Еще лови. Ну-ка, я уп... Внимание, внимание, я упал. Внимание. На нахуй. Внимание, внимание, ребят, внимание. Меня уже бесит эта игра. Так, отходим назад. А, все. Закончилось. Тут наверху вроде где-то сидит один. Если не ошибаюсь. А, или все уже не сидит. Так, надо под ноги смотреть. Чтобы не ёбнуться. Чтобы не быть как зайка, который на колесо вышел. И упал потом. Хоть в кого-то попадаю. Скажите, пожалуйста. Лови, братюнь. Это зажим, вот это я понимаю. Надо в киберспорт идти, ребят. Реально идти в гребаный киберспорт. Так, вот здесь мы сделаем вот так вот. Хорошо, еще чуть-чуть. Так понимаю, это уже последние дверки, да, у нас остались. Насколько я понял. Так, давай, наверное, вот туда. И вот сюда. Не, никто не горит, серьезно. То есть вы ждете, пока мезья, да, пойду? А, никого нету. Странно, обманули. Тут чересчур много аптечек, это мне не нравится. Это реально мне не нравится. Лови. Так, а здесь сейчас, наверное, будет супер ниндзя, да? Ниндзя суперстар. Ага, игра сохранилась. А вот и ниндзя суперстар, как я и говорил. Миссия вертолетики, ребят. Надеюсь, я попадаю. На это надеюсь, что я попадаю. Диска суперстарт. Что это за диджей?
Нам таких не нужно. Диска суперстар. Так. И что мне делать, скажите, пожалуйста? Могу только передвигаться вперед. Ага. Ну да. Явно здесь победю сейчас. Ну, а можно мне как-то помочь, игра? А, все, справились. О, дебилы бегут, блядь. На, ребята. Как-то чересчур легкий был вертолет. Согласны? Реально чересчур легкий вертолет какой-то был. Так, побежали. Понимаешь, мне проще с вертолетом сражаться, чем с этими дебилами. А, это обычные люди. Ой. А из-за чего ты? Испугался? Все хорошо, братюня, я тебя не трону. Я как человек-паук же, супергерой. Да, успокойся ты. Пожалуйста, не убивай меня! Я обычный рабочий! Да я не собираюсь тебя трогать. Ну и куда побежал? Дебил, блять. А, замечательно. Ну и кто теперь будет следить за управлением? На, ладно, сейчас попробую что-то сделать. Воу, что хуйня? Пиздец, блядь, видимо, посадка будет жесткая. Что за ужас творится, а? Мне кто-то ответит? Неужели мы сейчас будем как в метро, да? А, нихера себе. Где я? В туннеле. В пизде, блядь. Что за тупые вопросы? Сука! Еще связь не ловит. Ладно, проберусь как-нибудь. Угу. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, мы на этой позитивной ноте с вами тоже заканчиваем. Встретимся с вами в следующей серии и побродим, походим потом по метро с вами. Так что все, всем до потом и пока-пока.